По сообщениям нескольких СМИ, Рома, которые ссылаются на свои источники в Белом доме, ожидается, что президент Дональд Трамп сегодня сообщит о расширении списка стран, на которые будут распространяться ограничения по въезду в США. По словам двух официальных лиц Соединенных Штатов, одно из изменений будет предусматривать что лицам, прибывающим из Судана, будет запрещено участвовать в лотерее Green Card. Рассматриваемый проект новых запретов якобы наложит ограничения на иммиграцию из еще 6 стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты. Список стран, которые были рассмотрены на предмет новых ограничений, включает, внимание, Беларусь, Мьянму, Эритрею, Кыргызстан, Нигерию и Танзанию. Опять же, ждем официального подтверждения от Белого дома.